Нее две. Одна хорошая, другая как обычно. Хорошая новость. Число компьютерных игр, поддерживающих 3D-ускорители, неуклонно растет, а стало быть, графика в них будет все лучше и лучше. Новость похуже. Средний курс доллара на сегодня составляет около 15 рублей за доллар. И после нехитрых математических расчетов нам становится ясно, что счастливчиков, могущих наслаждаться новинками игрового рынка, скоро можно будет смело заносить в красную книгу как исчезающий вид. А мы с вами, дорогие обладатели 300-486 DX или в лучшем случае 166 пентиумов MMX, видимо, в следующем выпуске бонуса мы будем говорить про старый добрый Тетрис. Что же касается ваших писем, то отвечу на них я, скорее всего, в следующей программе, поскольку сейчас не располагаю необходимой информацией. А поэтому, минуя письма, я позволю себе перейти к основной части нашей рубрики, то есть к компьютерным играм. Первая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, называется Earth 2140, что можно перевести как «Земля 2140». Изготовители всевозможных стратегий так любят тему вражды супердержав, что если даже в конце концов все государства на Земле станут жить в абсолютном согласии, то они обязательно передерутся на почве компьютерных игр. Итак, 2140 год. После очередной мировой катастрофы, вызванной бесконечными войнами и несколькими глобальными катаклизмами, на Земле остались в живых две враждующие стороны – Соединенные Цивилизованные Штаты и так называемая Евроазиатская династия. В результате широкого применения экологически нечистых видов оружия население вынуждено было спрятаться под землей. В результате возникли целые подземные города. Австралия и большая часть Африки вообще стали настолько непригодными для жизни, что там не смогли существовать даже роботы. Что-что, а загрязнять человек умеет. В результате на всей оставшейся территории разразился конфликт за природные ресурсы, которые теперь стали жизненно необходимы. Перед нами типичная реал-тайм стратегия, в коих в последнее время развелось бесчисленное множество. В общем, она во многом напоминает шедевры жанра, такие как Command & Conquer, Total Annihilation и же с ними. Нового добавилось в ней того, что теперь приказ о строительстве можно отдать просто щелкнув правой клавишей на здании. Появится вполне доступное меню, где вы можете выбрать необходимую для производства вещь. Техники в игре очень много, причем она весьма разнообразна, от легких джипов до шагающих роботов. Игра довольно неприхотлива в плане машинных ресурсов, что тоже неплохо. Непонятно только, почему враждующие стороны, имея подобный уровень технического развития, не стали сообща искать пути восстановления экологического баланса, а просто сцепились друг с другом за оставшуюся часть суши. Если бы они направили свою дурь в мирное русло, то вполне возможно, что к 3000 году восстановили бы Землю полностью и заселили бы еще пару-тройку других планет в галактике. Кстати, неплохой сюжет для новой компьютерной игры. Хватит, навоевались уже. Другая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей рубрике, называется The Need for Speed 3 Hot Pursuit. На рассказ об этой игре меня в некоторой степени подтолкнуло письмо одного нашего постоянного зрителя по имени Адель Сачков Про. Как сказал сам автор письма, игрушка – полный улет. Ввиду своего положения, ваш покорный слуга не имеет права на столь радикальную оценку и не может выносить подобные суждения сходу, не проверив факты. Поэтому теперь, проверив все основательно, я говорю – действительно полный улет. Именно так может выглядеть автосимулятор, если он хочет стать лучшим симулятором года. По порядку. К уже известным видам соревнований добавился еще один так называемый Hot Pursuit – горячая гонка. Это настоящая погоня с удиранием с вашей стороны и догонянием со стороны полиции. Это самый захватывающий вид гонки в игре, поскольку в нем самое важное не только прийти первым, но и при этом не попасться в руки полиции. Впрочем, если вы любите выступать от имени закона, то можете играть на стороне стражей порядка, и тогда вы уже будете в роли этакого одинокого волка полицейского, который должен любой ценой остановить нарушителя. Естественно, нарушитель сам в жизни не остановится, поэтому вам придется перенять его стиль езды. Кроме простого бортования и сталкивания с дороги, у вас на вооружении есть так называемый Spike Strip. Полоса с шипами, которую можно выбрасывать перед едущими машинами лихачей-водителей. Если автомобиль нарвется на подобный сюрприз, задержать его владельца будет гораздо проще. Если вы любите играть в Кармагеддон, то в принципе вам должно понравиться. Однако не менее интересно быть и нарушителем. Здесь тоже есть свои приемы. Самое главное – крепко держать в руках своего железного зверя.
Лично я предпочитаю Lamborghini Diablo. Воистине дьявольская машина. В общем, ничего неожиданного в этой игре вы, скорее всего, не найдете. Вы ожидали, что это будет крутая по графике игра. Пожалуйста, динамическое отражение на корпусе автомобиля, дым и искры, возможность красить его в самые невообразимые цвета, ночные гонки и возможность ездить в дождь и снег, плюс поддержка 3D-акселератора и разрешение от 320 на 240 до 1024 на 768. Надеялись ли вы на хороший звук? Надеялись. Пожалуйста, Dolby Surround. Музыкальная тема, меняющаяся в зависимости от развития сюжета, а также возможность прослушивать переговоры полицейских. Хотели большой выбор автомобилей? Ради бога. В вашем распоряжении форменный автосалон на одном компьютере и возможность скачивать новые модели автомобилей, если у вас есть интернет. Думали о том, что будет новый вид гонок? Получите. Игра в догонялки с полицейскими на дорогих драндулетах и с вами в главной роли. И многое другое. Кроме этого, любителям покопаться в трансмиссии понравится настройка ходовых качеств машины. Так что в целом ничего такого, чего бы мы не ждали. Что в данном случае просто здорово. Одно плохо. По-настоящему насладиться игрой вы сможете только если у вас есть заветный 3D-акселератор. Ибо без оного максимум, что вы сможете позволить себе, это разрешение 400 на 300 и средний уровень спецэффектов. А при подобном режиме отчетливо разглядеть что-либо дальше своего носа весьма трудно. Тем не менее, даже в таком виде игра остается очень интересной и пройдет немало времени, прежде чем она вам надоест. А там, глядишь, и ускорители подешевеют. И последняя игра, о которой сегодня мы расскажем в нашей рубрике, называется Total Annihilation. Мы уже рассказывали о ней в одном из наших прошлых выпусков, сегодня мы рассмотрим ее продолжение, а именно дополнительный пакет миссий. Итак, стратегия Total Annihilation The Core Contingency. Если вы помните, в основу этой игры был положен конфликт, разразившийся между роботами, который продолжался несколько тысячелетий. Возможно, у механизмов и были какие-либо веские причины поругаться, сейчас мы этого, скорее всего, не узнаем. Известно лишь, что одних роботов звали Коры, и они выступали в роли поработителей. Других — Армы, они, соответственно, боролись за свою независимость. Для чего независимость была нужна роботам и что они собирались с ней делать, мы опять-таки не узнаем. Игра размещалась на двух компакт-дисках и имела известный успех, хотя по не совсем понятным причинам не завоевала такой популярности, как тот же StarCraft. Видимо, ее авторы посчитали излишним раздувать шумиху вокруг своего проекта. К тому же фирма CaveDog Entertainment, так неизвестна как Blizzard. Принципиальным новшеством игры было то, что все персонажи были абсолютно трехмерными. Особенно хорошо это было заметно, когда дело доходило до авиации. Если кто помнит, большинство воздушных боевых единиц в стратегиях, то их поведение скорее напоминало поведение тяжелого танка. Более-менее сносно смотрелись разве что вертолеты. Что же касается реактивных истребителей, то в большинстве своем они летали, нарушая все правила воздухоплавания, да и толку с них был, как с козла молока. В данной игре авиация представляет собой серьезную угрозу для противника, более того, ваши самолеты ведут себя абсолютно реально, и сбить их не так-то просто. Как уже было сказано, техника в игре делилась на воздушную, наземную и водоплавающую. Соответственно, была наземная шагающая, наземная гусечная и наземная колесная техника. Водная техника делилась на надводную и подводную. В дополнительном пакете миссий к уже имеющейся технике добавились так называемые ховеркрафты – аппараты на воздушной подушке. И также гидропланы – водные самолеты, которые при посадке на воду садились почему-то под воду, а не на нее. Значительное внимание авторы игры уделили водным постройкам. Теперь на воде можно строить тяжелые ракетные башни и лазерные пушки. Что же касается наземных сооружений, то если вы построите по одному защитному сооружению каждого типа, враг капитулирует только при одном взгляде на ваши позиции. К сожалению, мне неизвестно, добавились ли все эти новшества к стандартной игре, которая также содержится на этом диске. Однако для желающих есть кнопка с надписью «Мясорубка».